Выполнив задачу, вы под прикрытием темноты отступаете в густой туман. За спиной вы слышите злобные крики людей-кабана, которые обыскивают оставленный вами монастырь. Угу. Отвоевали, да, землю? Гляньте, флаг не двигается, на месте так и стоит. Ладно. Мы должны защитить библиотеку во что бы то ни стало. Если в грязные лапы Детрюфа попадут наши тайные рукописи, страна обречена. Мы можем открыть вам еще один последний секрет кипящего масла. Может быть, это поможет вам защитить наш монастырь. О, отлично. Используйте имеющиеся средства. Все. Скорость, конечно же, поставим меньше, потому что, не дай боже, нас сейчас развалят. Нам нужно сейчас, все понятно, укрепить. Мы на вашей стороне. Укрепить наш, как сказали, монастырь. Давайте посадим. Вот зачем вот это вот сделано? Вот я вот не понимаю, честно, вот этих вот. Я даже не знаю, как это назвать. Непотребств. Это вот ненужная вещь, вот честно вот вам скажу. Вот это тоже сломаем, это вот не нужно. Вот это все даст нам камень. Камень, который нам нужен. Вот это тоже вот я не понимаю. Вот зачем вот это настраивать? И вот это мы сломаем. Так, у нас в принципе сейчас. Давайте насущные проблемы. Что нам нужно? Во-первых, откуда будут нападения? Таблички нет, неужели сверху? Так. Непонятно, да? Откуда будут нападения? Странно. Но, я так понимаю, либо отсюда. Отсюда будут нападать. Но отсюда нет. Ладно, хрен с ним. Вот этих ребят обязательно на замок. Вот этих тоже на замок. Теперь нам нужно что-то сделать с едой. Нам нужно что-то сделать с едой. Давайте. Можно сделать яблоки. Внутри замка мы не можем делать. Будем делать здесь. Яблоневые сады нужно размещать в долине. Не понял. Типа яблок что ли не будет? Да не, вроде бы нормально, да? Да, все нормально. Чё, блин, не пугай меня так. Все, яблоки мы разместили. Внутри, я думаю, можно несколько охотничьих изб поставить. Они помогут пока что на первое время. И не забываем про дерево. Это наш ресурс постоянный. Он нужен всегда. Это нельзя здесь разместить, блин. Милорд. Нет свободы, это, нет свободы, нет свободы. Вот так вот. Нет свободы здесь разместить, милорд. До хрена я их настроил, но ничего. И еще поставим несколько домиков. Гляньте, какой можно собор построить. Вот это бомба. Но не засматриваемся ни на какие соборы. Нам это совершенно не нужно. Нам надо подлатать стены, которые так потрепаны. Латаем стены. Достраиваем. Нам нужно достроить. Вот только вот не знаю, может быть вот тут тоже вот это сломать. И вот так застроиться. Но я не понимаю, откуда будут нападать. Вот в чем прикол. Я не знаю, я не вижу таблички, я ее не нашел. А, вот она, смотрите, ребята, вот отсюда будут идти. Они пойдут вот так, упрутся в этот угол. Не знаю даже, не знаю. Ну, ладно, хрен с ним. Давайте застраиваться. Сделаем людям здесь вход. Обязательно, без него никуда. Вот так вот, чтоб они могли заходить. Здесь мы сделаем стенку. Королева ходит, красавица. Ой, красотка.
Везде у меня. Да что за шут ходит, ублюдки? Надоели выходить здесь. Здесь. Так, здесь у нас собор. Вот так застроимся еще. И, наверное, давайте вот отсюда мы построим стенку впритык вот так камням. Что это нам даст? По сути дела, сильно прям ничего, но это немножечко будет получше. То есть отсюда на нас сильно никто так не нападет. Если вдруг решат в эту сторону идти, никто не нападет. Так, вот это совершенно получается. Здесь нам уже не нужно. И вот это мы все убираем. Это ненужная такая хрень. Здесь мы лучше зашпулим еще один выход. Засадим арбалетчиков сюда. И все будет у нас замечательно. У нас вот, смотрите, есть с маслом парень. И здесь есть... Давайте еще. А как... Он наберет масло? Масло готово. Масло готово. Я не понимаю, почему он его не набирает. Инструменты готовы. Ну. Подбираем обслугу. Масло готово. Масло готово. Странно. Почему он катапульта, таран? Почему он не может набрать масло, остановиться? Чокнутый, ё-моё. Послание от писаря, никакого послания нет. Давайте застроимся. Застроимся все-таки от этого урода. С камнем у нас проблемы, но застроиться до конца карты, возможно, нам хватит. Камня. Так, есть. А тут что у нас, что нам мешает? Непонятно, да? Дерево мешает. Или расположение местности мешает. Что-то мешает. Не люблю вот эту вот ерунду, когда вот так что-то мешает. Все, здесь мы застроились. И опять нам что-то мешает. Все. Да, бредятина, конечно. Так лучше не делать. Вот честно. Все, мы застроились. Они оббегать в принципе тут это не будут, ничего. Они будут просто нападать, пытаться что-то свалить. Но чтобы это что-то было им ближе, давайте мы здесь еще вход поставим. Вот так. Они, скорее всего, будут нападать на вход. Правильно я понял, откуда они? Отсюда будут? Да. Их мало, но они есть. Их мало. Но их, кстати, достаточно, чтобы нас... загасить. О, с едой у нас пока что не фонтан. Поставим. Нам нужно делать луки, как всегда. Сколько у нас? У нас хватает, в принципе. Мы потратим все на то, чтобы делать луки. Казна-то пустеет, это да, это понятно, что она пустеет. Людей прибавилось, всего прибавилось. Ух, так, нам бы рынок. И я даже не знаю, что можно продать. А мы вот застроились, нам получается вот эта ерунда не нужна уже по сути, но. Камень, дерево, даже не знаю, да, что продать. Давайте вот это продадим. Что мы можем взять? Мы можем луков купить чуть-чуть. 15. Это, конечно, слезы, но... Не хватает рекрутов, сэр. И это хорошо. Мой лук к вашим услугам. Сразу же их на башне. И давайте же сразу же поставим жаровню. Жаровни поставим везде. Так, а где они? Они идут? Где они вообще? Они хотят обойти, правильно я понимаю? Они не будут сражаться, или они сейчас пойдут сюда?
Или разделились они, я не пойму. Вот еще идут. Вот еще бегут люди. Так, хорошо. Не хватает рекрутов. Хорошо. Милорд, мы идем. Туда, куда они пойдут? А, ну мы ж не сможем быстро их подвести. А почему они стоят? Атакуйте. Вы чё, ребята? Вот это тоже, знаете, ну это все потому что игра. Все-таки игра очень старая. Ну не прям что очень, но старенькая игра. И тут как бы ожидать, что она там будет, ну то есть прям супер-супер все делать, но это, конечно, неправильно. Запасы провизии пополняются. Мы сделали троих. И троих, нет, пятерых типов. Отправим их встречать. Сейчас еще выйдут у нас крестьяне. Мы еще отправим. Пусть стоят, отлично. Противник пробил брешь в стене. Они сейчас их там встретят. Так, три крестьяне. А что у нас? У нас с деньгами проблемы на данный момент. А мы не можем никак их... Во, отлично. Пикинеры пошли. Они сейчас тут... наделают делов. Плюс лукари. Нормально, все, первый бой мы с вами отбились, отлично. Этого нам хватит. Че, не отбились, что ли? Ох, блин. И денег у нас нет. И продать мы ничего не можем. Можем. Да, сэр. Нужно золото. Можем продать. Можем чуть-чуть камня продать. Там. Готов, сэр. Блин. Готов служить вам. Давайте мы пойдем встречать этих уродов. Пойдем встречать. Мы пехота, конечно, посильнее пикинеров, потому что они просто быстрее. Чисто из-за этого они сильнее. И все. Во, отлично. Отлично. Насадим на пике. Встретили, великолепно. Теперь можно сделать еще домиков. Лишь бы они дровосеков сейчас не... Блин, это дерево. Они же ж не... Все. Кабздец. Кабздец, реально, ребята. Дерево кануло в лету. Ну ладно уже, что тут. Ничего уже не поделаешь. Все, пикинеры наши справились. Мы их отправим... 1 остался, охренеть. А почему его не закоцали? Я что-то не понял номера. Ладно. Поставим здесь башню опять. А нам чисто нужно дождаться чего? Да, нам нужно дождаться конца боя. В дальнейшем пойдут посерьезнее противники. Застраиваем. Застраиваемся получше. И направим... Сейчас мы масло вот это вот этих вот парней. Вот этих. Я весь в ожогах. Мы направим сюда. Ну и запах от этой гадости. Этого парня тоже сюда. И кстати, так как мы наделали. Так, у нас яблоки есть, давайте. Почти не осталось, милорд. Да, я понял, понял. Давайте мы можем сделать вот это, мою любимую штуку. Ай, много мы не можем сделать, да? А тут вообще можем. И тут можем три можем поставить. Даже 4, ребята, даже 4. Офигеть, 4 это нам пока что этого с головой хватит. Ставим 4, да, и тут можем поставить. Все. Все, у нас с едой, в принципе, проблема сейчас будет решена. Но я еще думаю, надо поставить парочку садов. Это нельзя здесь. Да блин. Сады только потому, что они быстрее сейчас яблоки нам принесут, которые это нам... нельзя здесь разместить. Да блин, так необходимо. С деревом у нас тоже сейчас все хорошо, поэтому мы сейчас поставим сразу же мельницу. Вот тут. Даже, наверное... Не, одной. Одной пока хватит нам с головой. И далеко ходить не будем. Давайте, наверное... Так где-то. Здесь же и поставим вот эти вот домики. Домики, я думаю, вы меня поняли, которые будут нам пекарни
булочки печь. Вот так вот. Отлично. А пекаренки — это всегда нужная штука. Даже, наверное, вот так еще поставим. Провизии почти не осталось, милорд. И дерево как раз закончилось на этом моменте. Все. Да, провизия ушла, блин. И сейчас уйдут, возможно, люди от меня. Сады, 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 сады. Можно вот здесь еще раз кидать сады, но это такое себе занятие. Не очень хорошее. Давайте немножечко сделаем вот так. Ай-яй-яй. Принесите... Это все потому, что убили типов. Из-за этого теперь получается такая проблема. Масло готово. Вот масло готово, но он бегает, он почему-то не может набрать. Продаем. Что мы можем купить? Давайте купим булочек. Не хватает золота. Чуть-чуть хотя бы, чтобы люди от нас не уходили. Иначе, если сейчас люди начнут, ну, немножечко задержим уход людей, если сейчас будут от нас выходить люди, это будет вообще просто вот, это будет косяк из косяков, конкретный причем. Все, смотрите, сено принесли, они уже таскают муку, уже таскают, уже вот, уже начали готовить первый хлеб, сейчас дело пойдет, плюс яблоки, все сейчас будет у нас в порядке с едой. Отряд кабана в этих краях. Надо, мне еще надо бы сейчас денег как-то. А как их поднять? Вот принесли, смотрю, дерево. Самый быстрый, в принципе, и действенный способ поднять денег — это построить вот эти вот штуки. Нефтяные скважины. И чем их будет больше, тем будет больше денег. Но все упирается в дерево, которое дровосеки вот рубят. О, нормально, сейчас они притянут нормально дерево. Сейчас все будет. Угу. Ждем ваших приказов. Лучнички стоят, все ждут. Мы уже в пути. Да нет, куда? Вы куда? Мы идем. Вот я не понимаю иногда этих людей, почему они с башни собираются выйти. Он вышел с башни. Зачем он это сделал? Вот этот тоже, походу, не в башне стоит. Так, ну пусть атакуют, это не так страшно. Сколько их? Ох, не, вот это, конечно, уже страшно. Это страшно. Нам нужны еще крестьяне. И нам сейчас срочно нужны деньги. А мы не можем ничего даже продать. Вот это... Вот сейчас страшный момент, знаете, такой прям... Я бы сказал, чересчур переломный. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Мы можем сделать вот так. Пока что минус 2. Запасы провизии пополняются, сэр. А ну-ка. Любит вас. Все, отлично. Религия минус 2. Религия нам... А что за хрень? Люди восхищаются вами, сэр. Я не понимаю, почему минус 2 религия. А если мы собор снесем? Я не понимаю, правда, почему... О! Вами, сэр. Охренеть! Люди восхищаются. Конечно, мое решение снести собор — это еще то решение. Все. Вот так вот делаем. Люди едят. Люди есть. Все есть. Все четко. Набираем лучников. И засаживаем их на башню. Так как нам надо переждать. У нас камень, по-моему, есть. Да, камень есть. И мы можем еще воткнуть башню. Что мы сейчас, в принципе, и сделаем. Воткнем еще одну башню. Воткнем ее ближе сюда. И будем сейчас мы туда засаживать опять же этих лучников. Всех туда сейчас позасаживаем. Таран едет. Блин, вот таран, ребята, я вам, наверное,
предложил таран гасить, но хрен уже с вами. Не хватает рекрутов, сэр. Налоги — это классная вещь. Что встали в башню быстро. Быстро в башню. И арбалетчик там же просто стоял. Интересная, конечно, тема. Давайте добейте этого, как его, Тартаран добейте, охренеть. Блин, а таран надо добить, таран лупасит очень сильно. Мы пехота, а чё, мы уже почти всех развалили? Офигеть. Это мы что-то как-то на изи вообще справились. Ну, правда, таранчик. Все, таран разбили. Так как у нас есть камень, нам нужно быстро... О-о-о! Я понял вас. Не хватает золота. Да что за грузинский шторм? Все, есть, ребятки. Золото. Налоги надо платить, чтоб деньги были. Все замечательно. Все кушают, деньги есть. Рацион у них немножечко такой разнообразный, что позволяет. Можно, конечно, еще построить им эти, как его, карусельки, вот эти мои любимые. Тогда они будут обмануты, что у них все хорошо. Что у нас? Половина. Давайте, наверное, мы будем ускорять немножечко игру, потому что так миссия у нас затянется на очень долго. Охренеть! Они вылили эту фигню. Его еще он вылил. Красава. Красавчики, ничего не сказать. Так, а камень мы можем добывать, но мы можем его аж вот тут добывать. Это, конечно, для нас вообще полный бред, если честно. Значит, нам надо, у нас много дерева, нам надо как-то заменить. Да блин. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нам надо как-то заменить камень. Хотя, в принципе, сейчас мы наделаем кучу лучников. Не хватает оружия, сэр. Милорд? И я думаю, вообще просто будем всех выносить. От кабана. Что такое? Что происходит? Что происходит? Да, не так. Какие будут указания? Еще как не так. О, он набрал, смотрите, он ему помог набрать. Масло готово. Давай, иди туда. А этого мы посадим здесь. Смотрите, сколько у нас булочек. Мы их можем толкнуть. Единственная только проблема, то что они дешево стоят. Давайте вот так вот толкнем. Золото-то поступает. Давайте мы, наверное, все-таки вот это... веселье им добавим. Вот все-таки людям нужно расслабляться. Это вот еще бы рассчитать, сколько вот этих вот каруселей нужно людям для счастья. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя. Я думаю, вот этого должно хватить, по идее. Нельзя здесь разместить, милорд. Видели, у него глаза как поменялись, а как загорелись. Она не может пустить. Мы берем налоги, а не отдаем. Почему он так подэтует меня? Или он меня дразнит? Хочет меня напугать? Гляньте, сколько каруселей. Сколько у нас? Плюс 5. Да, сейчас, да. Вот так вот. Великолепно. Все, мы вышли на плюс 1, и у нас... Какие налоги? Тягостные, тягостные налоги. Но это все ерунда, ерунда. Нам нужен камень, нам нужен камень. Да давайте, что мы их сюда посадим. У нас вот эти вот парни, которые масло льют. Здесь есть эти же чуваки? Нет этих чуваков тут. Я думаю, мы. Что мы можем? Мы можем купить камни, потому что деньги у нас есть. И думаю, можем себе позволить шикануть. А шикануть мы можем построить вот такую вот башню. Вот это, конечно, серьезная башня.
которая мне очень нравится. Вот эта вот круглая башня, это, конечно, вообще бомба. Я ее люблю. Квадратную большую тоже люблю башню. И вот эту вот. Обожаю круглую. Гляньте, сколько помещается лучников. Какая красота. Когда все пределы... А, еще что хотел рассказать. Я ж потихоньку додумываю. Все, башни наши укомплектованы. Сейчас мы еще починим вот здесь. Давайте добавим побольше брони вот здесь. Вот так вот брони. Много, мало точнее. И камень кончился. Все. Хватает провизии мало. Ну, блин, а. А, ну мы ж людей добавили, конечно. Будут сейчас хавать за десятерых. Кабан — это дело, ну, типа, хорошее. Пытается отвоевать земли свои. Мало вот этой штуки мы можем разместить. Как бы можем здесь разместить, но этот абсурд. Так делать нельзя. Масло чуть-чуть мы продадим. Кстати, можно сделать поинтереснее. Смотрите, что можно сделать. Или уже нельзя? Можно. Можно, можно. Все. Чтоб они погорели к чертям собачьим. И у нас делаются луки. Не хватает оружия, сэр. Потихоньку. Но не делаются. Мы их посадим на эту башню. А куда они идут, я не пойму. Куда они держат путь свой ратный? И почему они именно сюда идут? Вы давайте, да-да-да-да-да, гасите, гасите, потому что мне не нравится, куда он направляется. Странно. Чего они начали туда бежать? Провизии осталось мало, поверить. Вот эти что-то, ребята, хотят. Завалили, нам еще предстоит их почти не осталось, милорд. Атаковать. Они еще придут. Гляньте, ну едят они, конечно, очень сильно. И я не вижу, сколько там муки. Давайте мы поставим еще одну. Почему нет? Даже, наверное, у нас достаточно пшеницы. Я думаю, можно еще даже поставить. И коли так, раз им все равно не хватает еды, крестьян у нас хватает, мы можем построить еще поле. Блин, вот здесь его, наверное, будет тяжело воткнуть. О, ушли люди. И тут тоже. И тут можем построить. Вот видите, в чем плюс, когда... Вот, и тут дерево срубили, мы можем воткнуть поле. А здесь у нас не получается, да? Провизии почти не осталось, милорд. Быстро пожрали, уроды. Надо больше вот этих домов построить. Вот это надо убрать. Вот это уже практически ничего не приносит. Так, ерунду. Ерунда нам не нужна. И будем размещать домики. О! Красавчики, красавчики. Это очень хорошие новости. Даже очень, я бы сказал. Великолепно. И тут мы, гляньте, мы еще повысили дома. Я думаю, теперь в еде проблем не должно возникнуть. Очень много домиков построили. Даже можно воткнуть вот здесь еще домики. Вот так вот. Это нельзя здесь. Конечно, здесь было бы более логично разместить какие-то вот такие домики, чтобы они делали там лук или еще что-то. Хотя давайте посмотрим, может быть и получится где-то приткнуть. Ух ты, какая у него, ну как сказать, как выглядит стало интересно. Но разместить у нас получилось, кстати. Это нельзя здесь разместить, милорд. К амбару подход есть? Или нету, не пойму. Есть, все, к амбару подход есть. Самое главное, чтобы был подход к амбару. Склад. Есть, давайте мы поставим вот здесь
Ой, блин, не... А не, гляньте, заходит, отлично. А тут мы не можем закрыть проход. Все. Великолепно. Можно, в принципе, еще вот здесь вот так воткнуть. Пусть потихоньку делают луки. Пригодится. Налоги у нас отличные. Люди едят. Почтительность у нас на плюс 4. Но тут можно сыграть на этом. Можно добавить почтительности. Кстати, смотрите. Вот эта вот штука прикольная. Но она много места занимает. Цветы, вот эти вот клумбы там можно тоже, вот пруд, вот это тут тоже прикольно. Но это все как бы место занимает, поэтому я это не ставлю. Вот это мне больше всего нравится. Одна клетка и все. А почтительность это, ну как бы все одинаково, это больше декор. Вот это. Ну медведь меня прикалывает тут. Послание от кабана. Флаги можно... У нас закончились люди. Как это странно бы не звучало, но это так. 16. Это надо, чтобы в простое было у нас. Ну давайте вот так сделаем, наверное, 3 домика. С едой у нас проблем быть вообще не должно, по сути дела. Никаких. Сейчас прибудут крестьяне. Двадцатка есть. Крестьян. Не хватает... Великолепно. Берем и сюда. А кто ее покоцать? А, у нас камня даже нету. Блин. Как мы живем, ребята? У нас нету камня. У нас полные карманы денег, но нет камня. Нехорошо. Давайте это поправим. Так, они вот куда-то идут, что-то хотят. Что они хотят, скажите мне? Они уже все должны были отхотеть, по сути дела. Бам-бам-бам-бам-бам. Допустим. Да что они сделают? Они ни хрена не сделают. Просто ложатся под стенами. Почему они таран не атакуют? Я не понимаю. Вот правда, я вот свою армию не понимаю. У них должна быть активная оборона. Но они ни хрена не делают. Вот так вот еще башню, я думаю. Ждем ваших приказов. И можно будет засадить еще туда лучников всех, да? Которые есть. Долгая дорога. Долгая дорога, это ж впадло уйти, представляете? Охренеть. Вообще уже охренели. Не хватает оружия, сэр. Кормлю вас до отвала. Кстати, армия, которая вот у вас находится на стенах. Ах, переживает. Переживает. А, чё, всё? Ну вот, ребятки, и победа. Всё. А я тут уже застраиваюсь опять. Нормально, победили, отличненько. Ну что ж, всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Также подписывайтесь на канал, большие пальцы, комментируйте. Всем до скорых встреч, покеда!